Я иду приготовить вам дом, чтоб там, где я буду, и вы навсегда со мной были. И заповедь новую дал, чтоб друг друга любили, чтоб не было тесно нам там, где мы будем потом. Он нашу природу земле возродил, и времени много нам сам уделил для раздумий, чтоб каждый достаточно долго и крепко подумал, что в вечность пойдет с ним тот брат, что здесь рядом ходил. Так труден наш путь, нас друг другу Христос поручил, что брату мог брат помогать светлой цели добраться, что слабому сильный помог при падении подняться, что слезы отер, чтобы руки свои подложил. И если нам трудно житься с ним здесь на земле, и кажется нам, что служение его неуместно, боюсь, что в обителях неба нам будет с ним тесно, боюсь, что нога наша не на Христовой скале, хрупка наша жизнь, может, завтра туда перейдем, где ждет нас Спаситель в обителях вечных желанных. Быть может, мы, брат, учинили здесь зло постоянно, что если его там в объятиях Иисуса найдем, так труден наш путь. Нас друг другу Христос поручил, что брату мог брат помогать с этой цели добраться, что слабому сильный помог при падении подняться, что слезы отер, чтобы руки свои подложил. Так труден наш путь, что брату мог брат помогать светлой цели добраться, что слабому сильный помог при падении подняться, что слезы отер, чтобы руки свои подложить, чтоб слезы отер, чтобы руки свои подложить.